Короче, сейчас, смотрите, у нас все нормально было, за исключением третьей фазы. Мы бы даже сейчас убили его, если бы четко все делали. Вот Хавкер на третьей фазе лужу лей туда, вот где мы сейчас стоим, у ворот сюда. Так, далее, смотрите, Димас, если что, мы будем стоять в метке, все не квадрате, если дольше 3 секунд будет стоять, ты ментальный страх юзай, чтобы он где-то там в сторонке вообще бегал. Подождите, маг подойдет и бомбахаться. Зерелу прида, ты растишься? Олег, смените, у меня интернет завис. Хочешь кафоки? Все, ребята, смотрите, запоминайте навсегда, это очень важно. Вот на третьей фазе, когда вы стоите спиной, РДДшки, там ДДшки, вы босса не бьете. По идее, вы вообще ничем не занимаетесь. Кто свободен, у кого контроль есть, там корни и так далее, вы можете мобов контролить. Это очень важно. Главное, не в рейде контрольте. Их корни там кинули, хоп, подошли спиной, сами без команды форс-нову маги дали. Только спиной. Все оставшееся время вы босса бьете. Давайте мага присуманим, бафнем. Будем начинать. Сейчас крестик по вам раздам. Пишите пока, что не хватает по боху. Короче, чекаем готовность. Кирюха, ты там живой? Ну да. Конченая весна вообще. Меня метели нахуй. Что ты, Аня? Давай СС дадим. По танкам. Ты готова? СС, угу. Мне кажется, на... Не знаю, можете сейчас дать. На кого только. А, лучше. На танкам лучше. По танкам. Смотри, Удиален Макгрегор, Анли Тайм, Войт Кнайт, Повороте, Седдер. Это, Макгрегор, не забывай, на третьей фазе ты кайтишь трэш. С рейда ты его забираешь только с тимраундами, а потом кайтишь. Я это все понимаю. Ладно, все, пойдемте, мы готовы все. Синий квадратик побежали. Не покажьте. Все точно так же делаем. Я сейчас молчать буду. Играйте сами. Сейчас за слаки ДП получать. Идите сами куда. Передай мне РЛ, Олег. Не щадите их! Бейте без промаха! Жучу бить. Он спит в голову, так давай. Даже вне рейда нельзя убивать, ни в коем случае. Андрей, его удаляйте. Уходите оттуда.
танки. Замедляйте его и сами уходите. Лево. РДД больших, велик маленький еще подсидеть. Блять, 5.88 на такую. Уже шмальнуло. Угу. Да, на это же попало. От черепка отбежать надо будет. Как черепок. В зеленых лучах не стоять. Они убивают. Пак сбежался. Садик там с кем-то. Вот я сейчас спиной стою, посмотрим. По правую сторону подойдите еще присудить. Ходите к порталам уже к своим. Кто может ходки накидывает и так далее. Опять в лучах, смотрите, не стойте в зеленых. По сторону порталов там. Мало людей. Пак, крали. Центр, беги, кральки, куда ты убегаешь? Беги, кральки. Ё-моё. Близко щупальца большое бейте. ТДшки только мелики пока не бейте. Здесь пальцы в идеале на эту херню. Бейте все тяжелые щупальца. Мелики там неважно. Вообще тяжелые, а потом мелкие. Хатури стрессай мага прямо сейчас. Жил с первой пати. Бейте все тяжело щупальца. Так, у вас там 17, 16 секунд, 15, 13. Тяжело щупальца. Все, выходите 10 секунд. 7 секунд осталось, выходите, выходите. 2 секунды, 1 секунда, выходите. Так, до порталов 20 секунд. 15 секунд до порталов. Пока не подходите туда, к боссу не надо. Начинайте уже ходки на себя накидывать прямо сейчас. 10 секунд до порталов. 8 секунд до порталов, подходите к своим местам, ребят. Зайдите кто-то в портал вместо онлитайм с 3 справа. Второй справа, точнее. Диспел. Меня схватило, бейте щупальца возле второго портала справа. Не могу зайти в портал. Быстрее. Все, кто в свету, справа бьем щупальца мелкое. Три портала открытых. Два еще. Тут типка, ты зашел? Да, заходи. Да. Я зашел в портал, и он летаем зашел в портал и сдох. Так что в следующий портал кто-то другой заходите или уже добиваем. Давайте упадем, минус 2 уже законтролены. Может добьем, но за какого-то уйдем. Ничего нет. Смертей. 10 секунд выходите из мозга. Сейчас все в лучи заходим в зеленое. Чего у вас там случилось, я так и не понял. Да, вовремя не выходит. Цели тоже умер. Так, смотрите, со всего рейда, кто остается в свету, кто в порталы не заходит, вы распределяетесь вокруг этого озера. И если игроков хватает, вы максимально мелкие щупальца разбиваете. Максимально где быстро. Заходим в зеленые лучи. Кто полчаса будете падать? Кто последний умрет, тот Филипп Киркоров. Давайте в зеленые лучи быстрее. Блять, я Филипп. Последний умрет. Филиппок. Да, Филипп Киркоров. Диана, просто... давай. Нет, Румын. Тролька ГЦ, это Филипп Киркоров. Что с Румын Москало? Не заходите пока в инст, когда повесите. Да, уже заходить. Отпуска, пойдемте. Фулового мага урон в мозг, как у ханта. Диана, как ты это прокомментируешь?
Какой-то коммент. Пожалуйста. Скажи ему, пошел нахуй! А, да. Диспелните всякую херню, которую вешает этот ёк еще. И нам в комнату вошел на мне этот яд, который станет. И там типа просто в первую комнату все простояло в этом яде. Смотрите, друиды, кто в комнате, Магон, Олег, вы можете яды диспелить, выносите на панель. Потому что если мы к святу не успеем диспелить, короче, он зайдет уже туда с этим ядом, его будет станет. Так, анархатурист, васабик и папер. И дуду тип КДЦ. Всю вторую фазу мы практически диспелим, там хилить нечем. Те яды, проклятия там и так далее. Хотя подходите уже, убивать надо. Пытаться. И кто-то в комнате там, Дима, Джерен, говорит, что там делать надо, куда бежать, или Олег, кто там, меня, потому что в свету стоит. Что у них глаз нет, что они не видят, куда бежать надо. Окей, Кирюха, давай. Спасибо за это. Какие там ЕП сколько? Не знаю, сколько там накидывается. Здесь сад для спят, есть в танк? А, ты подожди, ты в портал заходишь. У кого, Грувера, есть у тебя танк? Грувер, да-да-да, есть у тебя танк или нет? Прыгнись в протовара. Будешь танчить на третьей фазе. Слышал, да, там что делать надо? Ты просто трэш, короче, кайтишь. Стоишь вот тут у ворот. И вы с войдом друг с друга таунтами трэш, короче, забираете. Замедляете его там и так далее. А Макгрегор к вам приводит весь трэш, который идет на рейд. Да они, если честно, и так справляются неплохо. Так перехватывают даже. Шусь. А тебе бахайтесь. Лок, ты тут, он летаем. Наверное, вылетим как тогда. Смотрите по бафам, что кому не хватает. Чем тебе релл? Дай мне ассиста, я возьму креста. Он метки сбивает. Потом квадрат не видит. Давайте суманима. Засуньте вместо кральки хилику в портал. Будет больше толк. Так он витаем, попал. Может так начнем? У него походу что-то цена это, потому что в РК его тоже нет. Может так везем на чем пока или что? Возьмите за Левину. И все. Почему за Левину, когда за Левину? Так, бошку вот эту добирать или так начинаем? Там за Левин же есть ло. Левин, почему за Левин? Почему за Левин? Бля, за Левин как смешно звучит. За Левин. А Бедел Тора, Бедел Тора. Короче, предлагаю так начать, не ждать не знаю. Серега, ты тут? Приказ. А, не слышно было. Чекай и пошли, если хочешь так. Серега, кинь... ты тут? Да, там да. Каску, это, киньте кто-то там, по один ушел, один. Ты, у тебя твой портал справа, второй. Это сейчас мне, да? Да, это тебе. Хорошо. Первый чей? Олега? Да, мой. Мой первый справа, второй хилик, третий шаман, четвертый Вуди Аллен справа.
А, Вентадор пусть не заходит, Вин, сейчас козырь зайдет, он игрока зашел. Не тебе Вентадора. Меня кто-то слышит вообще? Да, тебя слышно. Сейчас козырь зайдет туда. Да, Вентадор уже по-своему не двигается. Скажите Хелике, какой у нее портал, у него. Уже сказали. Интеллект, пора идти. Да, маг уже когда прибыл? Ничего страшного. Вентадор, слышишь? Давайте лаки шкаф, и он с ума ничего подошел, он взлетает. Вставь лаки шкафчик. Когда... Говорит, алло. Да, может, Сэдли потанчит, еще четвертый танк будет. Вон летаем в портал. Вентадором, молодцы. Варань. Я бы лучше Сэдли оставил, наверное, в порталах. Как хочешь, короче, чекай там. С козырем. Козырь, ты врага, нет? Лёх. И вот там 6 человек сумонит, забагал с ум, походу. Все, он тут. Сани, пейпер, жмок, дай кресты. Все, чекай, погнали. Долго очень стоим. Так, даю вам метки, ориентироваться на кого в комнатах. В тех комнатах независимо, вообще независимо, вы двигаетесь так, третья налево, четвертая направо. Так, Наня, Аня, подходи и будем начинать. Там есть патрульки, он летает, мы снимите в комнату. Мозг больше всех бурсит в мозг. Да, на этих плохо, но в мозг у него больше всегда. Давайте все в квадрате стоять. Аня, смотри, ой, Диана, ты в портал, когда заходишь, ты бей первые два щупальца туда, дальше не беги. Все, и жди, пока мозг солит. И потом прожимай все бурсты и дымаш мозг. Стань, короче, бей. И один взрывом бью, да? Реально? Бля, я уже третий трай бью в хилошмоте. Ну я думал, ты в аирдропе чекнулся. Заберите, заберите. Будешь нас дивоп в комнате хилить, хороший. Прикинь. Воу. Анки. Все равно я надамажил больше ретрика. Меньше хп бить. И давайте с меньше хп правильно бить. Фир, дай. Видишь, в рейде. О, молодцы. Давайте добивать его там скорее. Сейчас ищите большой щупальц. Блять, вот как вот сейчас удар этот шалавы не получить, что надо сделать? Ну отвернись спиной, просто стой. Когда бьешь щупальц спиной, то не влияет. Блять, ну все равно получил, ну что за хуйня? Значит, ничего не поможет. Просто ты не бьешь. Хилы диспеллите, хилы, вы сейчас диспеллите. Друиды тоже. От луча и отбегайте подальше.
пак, сбегайте. Только до портала. Ходите к порталам уже прямо сейчас. Потихоньку проходите сейчас. Находите себя, будете заходить уже. Так не стойте, ребят. Это иди сюда. Бля, бейте щупальца. Хочется слева следить, быстрее, кто в потолок не заходит. Ждите портала, вот. Зачем вы заходите? Трепещите. Что он творит? Тебе эти в свету щупальца. Разбегайтесь. Классно разбили. Потому что звездопад, блин. 40 секунд у вас. Мы уже разбили щупальца. Прикинь. Не вижу. У вас все встанет стоит. Эти два тяжело. Кто в свету достал? Его бы дочел нормально шмоть? Не. Его шмоть. Здорово. 15 секунд еще бейте. Вмещайтесь потихоньку к порталам. 10 секунд начинайте выходить. Выходите из портала. 5 секунд у вас осталось. Выходите скорее. К порталам пока никто не подходит. Недалеко от своих мест встаньте. Очень много сняли. За следующую комнату переведите. Да. 15 секунд до портала. 15 секунд. Может, я в хиле. Вот сейчас подходите к своим порталам. Давайте накидывайте ходки на себя, 5 секунд до порталов. Кто в портал не заходит, вокруг озера, рассады. Васап, отойди, Васап. Кто-то не заходит, пакт, 4-й пакт. Портал справа. Пакт сторожило, и кто там еще быстрее сбежали. О, быстро слили. Ну так и надо, ну типа надо всем бежать, а не стоять у входа. Я просто юзаю звездопад, доты 3 щупальца, иду сразу грозой бить еще 3 щупальца. Так, давайте под морду, короче, вы скорее всего сейчас переведете. Синий квадратик, становитесь перед мордой. Перед мордой босса и ждем. Сейчас босса переведут, сразу начинайте бить его. Подходите к порталам уже, начинайте выходить, вы перевели. Давайте быстрее, ребят. Бейте босса. Забирай. Вернулись, все, босса бьем. Рост по моей команде. Давай Геру прямо сейчас. Все, у кого больше 40 здравомыслия, один касс не отворачивайтесь. Петя, отвернулись. Так, повернулись, бьем. Забирайте трэш слайды. Я ж мог пусть себя отворачивать, они ж потом предсохнут, когда он. Так, отвернулись. У кого мало здравомыслия, отвернулись. Стоим, ждем. Повернулись, бьем. Гровер, отворачивайся, тут ты сдохнешь. Ретру от босса отвернись и стой спиной к боссу. Отвернулись. Гровер, отворачивайся, у тебя луч идет вас по КД, блядь. Спиной к боссу не можешь повернуться? Повернулись. Быстрое убийство, минут 20, сейчас еще успеем на быстрое убийство. Так, отвернулись теперь. Отвернулись. Повернулись, бьем. Больше 40 здравомыслия, а не отворачивайтесь. У кого больше 40 здравомыслия, повернулись, бьем. Саня, ты не бьешь мастера? Не, я прослакал. Отвернулись. Повернулись, бьем. Забирайте весь трэш. Друиды вот там вот вдалеке, корни можете им дать. Повернулись, бьем. Дим в трэш бежит. Повернулись. Так, повернулись. Будет сало, даем один каст и отворачиваемся сразу. Отвернулись. Подводи к войску. Отвернулись. Все, и после этого каста добиваем. Вернулись, добиваем. Давайте, 20 секунд до быстрого убийства. Все, молодцы, добили. Убийца. Плохо, две комнаты, кстати. Ну, с каждым пройдем все лучше и лучше. Киньте сразу пушку на ролл, я отойду. Пожалуйста. Могу тебе кинуть на ролл? Ну, пушку сразу кинь, и мне это идти надо ненадолго. Ну, это надо. Рольте башку.
Так, Джерин, ты ж получал бэшку, да? Да. О, вот Пеппер выиграл. Могу отдать, кому надо, мне не принципиально. Давай мне. Ты же получал вроде бэшку уже. Не, ни разу не получал. Не, так нельзя, потому что ты не будешь ролить бэшку. Почему вы так отдаете? Давайте второму, третьему и так далее парол, а не к прошлому коры. Юзай эту бэшку полностью. Я тебе отдал паролу, так что давай юзай ее. Потом опять будет какая-то поебота с... Блять, тот не отдал, этот отдал. Так, кольцо. Рецепт кузнечное дело 450. Показывай профу. Меня нет. Хилика есть? На другом перец. Ролимся тогда, Рец. Спасибо за Рец. Мне как раз голда нужна. Покоритель. И роллы 90 на голову, 99 на чертеж. Еще раз тынкану свою удачу. Бля, Макгрегор, это же покоритель, я тебе отдал его. Передай старожилле плечи. Че, сейчас слежки? Кольчуга. В смысле, покоритель это кеш, рыцарь смерти или что, я не понял. А, ты ДК. Да. Ты запутал меня. Так сролил Макгрегор и я, что-то мне не отдал. Может. А, ты же с этот. Ты не вар. А, я забыл, что на сове. Лол. Смотри, не заметил меня, ебать. Ты не дашь мне токен? Дам потом токен. Хотя не. Ебать. Наверное, не. Все поняли, как делать, да? Чё ты говоришь? Тебе он надо? Вообще, да, я посланник всегда. Забей. Пацановый. Ну, ладно. Да ладно, держи. Где ты там? Около портала. Для того, чтобы сражаться с вами. Ладно, пока там все бегут, пару минут отойду за чаем. Это зачем? Наверное, слезы будете делать, да? Я запускаю системный анализ, чтобы выявить зоны поражения. Не вмешивайтесь. Сейчас нам уголовно, да? Да. Или нет? Будем, не будем кикать кого-то. Или и так просто убьем этим Рэйми, и все. Просто убьем. Просто убьем. А почему сова вторая, Локи? Что это за хуйня? Ну, вот так вот получается. А просто Локи могут задом кастовать, с ШП могут задом кастовать, совы не могут. Макгрегор, иди танчи его, давайте этого стража убьем. У меня есть старку. Ну, так все равно это не заменяет того, что ты... 5 секунд, не бьёшь. О, знаешь, что самое классное? Буду типка 150 тысяч нанес в ДЦ по мозгу. Я 270, а Каралька тоже 270. Ну, ДЦшки, кстати, неплохо. Кстати, сейчас Волголона бьём. Да-да, Волголона бьёте. Чё, может я на ворота? Просто ачивка нужна. Слезы вряд ли сделаем, сразу говорю. А. Чего не сделаем? А, почему? Мы же попытаемся. Ну, если слезы делать, надо кикать. Таких кикать людей. Давай покикаем. Не, давай не будем никого кикать. Просто бьем так.
Потому что здесь не надо много кого кикать. Плюс они кого сумануть. Да, ты, наверное, на варку. Кому надо фловый маг продам? Фловый вар продам. Фловый вар, фловый маг, фловая сова, фловый крист. Почти фловый паладин, почти фловый ДК. Сейчас бы персов продавать. Так, что я хотел? А я хотел рец. Рец, надо кому-то этот чертеж. Сколько он стоит? Ну, 2-3к он будет стоить. Ну. Гровер, ты зайдешь? А кто там ливнул и взял Дедмайнда? Да, это я ливал, короче, но я хуй знаю, что у кого-то забрали там. Я никого не брал, ничего не делал. Да я, наверное, случайно. Гровер, ты зайдешь или ты все уже? Да, это ласт. За, объясните, что надо там больше делать по за таблет. Окошь. Не то есть можно было бы за это время посмотреть. От красных лош убегаешь, в черные дыры заходишь. Так, ладно, давай тогда. Дуду типка, давай в ДЦ спекайся. По хилам сейчас посмотрю. Так, у нас кто будет танчить? Макгрегор и будет Найт. Боссов, Сэдли, спекайся. В протопала будешь танчить звезды. Я буду ставить метку на звездочку. Вы ее сливаете. В комнате будет появляться три красных метки. От этих красных меток очень далеко отбегаем. Просто забиваем и все, и отбегаем. Так. Что надо еще сказать? Пеппер, про звезды что-то, про суровый удар. Про суровый удар можно сказать. Просто я, ну, мне плохо дается что-то объяснять, я могу очень быстро выговаривать это все. Давай, давай просто. Кушайте рыбу, чек на пол. Сейчас посмотрим, есть ли у меня макрос. Ну. Отлично. Вот, я буду кружочек ставить на звездочку. Хилика, МНЛ, Тархавкер. Все маги убиваем звездочку. Вот кружок. Если поставлю кружок, вы убиваете сразу, сходу просто. Шанан, ты тут? Кулак, вам туда идти. Сэдли, спекнись, протопала, пожалуйста. А надо только одну черную дыру закрывать, да? Да-да-да. Хорошо. Потом суровый удар проходит, они закрывают все черные дыры, чтобы все созвездия пропали. Ну, только одну черную дыру на суровый удар закрывать, верно? Да-да-да, на каждый суровый удар можно. Сэдли, ты будешь только на созвездиях сидеть, танчить созвездия. Закрывать их. А Макгрегор и Войт Найт. Подожди, а, это должен протопал на суровом оставаться, да? Да, в идеале.
Он прижимает на 50% крошки. Вон, а выбегает. Кто еще остается на суровом? Там же вроде у Египки символ есть. Так, подожди, тогда Войд начинает, получает там 4 стака, Сэдли забирает босса, а как закрывать ему созвездие? Ну, тут, наверное, на чем. Босса танчит и спускается созвездие, кто-то свободный танк Макгрегор, да это вообще, он милик, самогон может сделать одну черную дыру, закрыть таунт на себя, сагрит звезду и все, и закроет танки. До сурового удара просто Вой танчит, получает 4 стака, а потом танчит Макгрегор. До сурового удара Сэдли забирает, ну, закрывает одну дыру созвездиями и забирает босса у Макгрегора. Вот. Во время сурового удара мы заходим в черные дыры. Верно? Я правильно мыслю? Так лучше будет? Да. После Притопала легче собрать эти звезды, закрыть одну дыру. Шинан, ты тут? Да, старожила, будет 3 дыры на суровом ударе. Черная дыра похожа на черную дыру. В нее надо зайти. Только на половине каста. То есть суровый удар будет длиться 10 секунд, я скажу. Идет суровый удар, ты отсчитываешь 3 секунды и забегаешь в черную дыру. Только надо на нее очень долго поклацать, постоять, не чтобы ты не зашел. Шанан, ты тут? Дайте кулак. Дайте кулак, Шанан. Так, Войд, начинай. Набрали все рейдж. Войд, кстати, вопрос. Прожиматься незыблемость, да, на суровой? Мне как там поток быть? Вары, кричите. Бля, на... Крикни на АП один паладин в рейде. Хуёво. С демоном, блядь. А, блядь, да похуй, блядь. Это главная тактика, мы же делаем бессмертие. Стрелок и не демона? Я спекался на этого. Давайте рост играем. Сэдли, чтобы черную дыру закрыть, ты созвездие агришь на себя и оббегаешь черную дыру по контуру. Так, сейчас будет звездочка, внимательно. Поставлю метку, сразу слить. Сливаем кружок, сейчас будет кара, от кары далеко бегаем. Отбежали от кары, красные меточки посмотрели и отбежали. Играем в следующий кружочек, захильте мэджика. Спасибо, захилили. Да ты со слезами. Играйте в кружок. Так, 3D есть. Поставил следующую метку, играем в кружок. Один босса от черной дыры. Кара, отбежали, милики. Две кары в милизоне, отбежали. Все, бьем босса. Так, 3 стака. Макгрегор, забирай на себя босса. Созвездие. Нет, нет. Три созвездия надо забирать, да? Три созвездия закрывать надо, да? Пепе. Сейчас уже ничего не надо закрывать. Созвездие на Пеппере. Сэдли, забери созвездие. Отбежали от кары. Теперь забираем. Сэдли, забирай. Макгрегор. Сэдли, забирай суровый босса сейчас. Сейчас будет суровый удар. Сэдли, забирай босса на себя и созвездие забирай. Так, суровый удар. Побежали. Забегайте в черную дыру. Беги в дыру. Забежали в черную дыру. Анархатуры, беги в черную дыру. И что за фигня? Отбежали от кары. Закрывай, Сэдли, черную дыру, играйте в кружок. Почему у меня не зашел? Не знаю, ты не зашел просто в портал. Нет, ты глянь, я даже лежу возле этого портала. Я возле него и стоял постоянно. Убежали от камня. Я не вышел потом из него. Слушай, блядь, меня туда... Все, даже... помолчи, пожалуйста, играйте в кружок. Ты просто ступанул, и все. Играйте в следующий кружок. Сейчас будет кара. Играйте в следующий кружок. Отбежали от кары. Отбежали от кары. Так, сейчас суровый будет, подскажите.
Сейчас хлопнет звезда. Сейчас хлопнет звезда. Внимательно. 5 секунд, Кроу. Перестань. Отбежали от кары. Сейчас будет суровый. Забежали в этот дыры. Так. Минус 2. Давайте упадем. Да давай добьем уже, может. Добьем. Падайте. У нас как-то неправильно мы танчим. Два танка падают. Смотри, до сурового удара сколько созвездий появляются? 3. Так, они появляются до сурового удара, верно? Сколько надо времени? Сколько после того, как появится третье созвездие, будет суровый удар? Сколько времени пройдет, не знаете? Третье созвездие? Живое? Да. Они вместе, да. Все вместе три созвездия сразу появляются. А, так это вы... Хорошо, тогда сейчас я подумаю. Вот. То есть в идеале, когда идет суровый удар, созвездий вообще не должно быть, и должно быть три черные дыры, верно? Нет. Что значит нет? Ты же сказал сам, что три созвездия появляются сразу. Ну, три созвездия появляются. Перед суровым появляются. Да. Это за 30 секунд до сурового. За сколько секунд? Ну, за 30, ну, точно не знаю. Может, больше, меньше. Ты меня глючит или осколков опять не упал? Не упало осколков. Ну, смотрите, мы, допустим, начинается бой, мы бьем босса. Появляются звезды, мы их разбиваем. Первая дыра, вторая появляется, третья, четвертая. И появляются три созвездия, верно? Да. Да. Сэдли агрит на себя созвездие и закрывает одну черную дыру. Да? Созвездий больше нет, и идет суровый удар, верно? Нет, еще два созвездия. И одно созвездие закрывает одну дыру, три созвездия не могут одну дыру закрыть. Точнее, одна дыра не может поглотить три созвездия. Все, я вас понял. Отлично. Угу, тогда... Так... А на втором суровом ударе кто оставался? Протопал вообще должен оставаться или нет? Макгрегор вроде. Ну так он умрет же. Так все время может ШП оставаться, у него символ есть. Ну, зачем оставлять танков? Блин, я уже забыл, кстати, про это, точно. О, я уже так туплю. Он дудутипку может оставаться. Десятки всегда так делают. Тогда пускай Хилика, ты остаешься в... на суровых, а танки просто потом выходят и забирают. А нет, подожди, Сэдли тоже должен оставаться. Потому что у него созвездие. Суманит. А нельзя сделать так, смотрите, на первом суровом Сэдли прожимает срезку. А, нет, ничего не прожимает. У него просто способило, и он выживает. А на втором суровом ударе ДЦ кидает ему зубы, и он прожимает срезку. Как вам такое? Тут срезка спасает. Эта хрень бьет 90 тысяч. У паладина 50 тысяч хп. Отнимаем срезку. Сколько? 50%, 45 тысяч. У паладина остается 15 тысяч при выходе. Все, тогда сейчас мы это будем делать. Эксель драны. Поставьте джи сапо. У тебя есть хватка смерти на панели? Смотри, твоя задача сейчас будет стоять возле меня. Запомни Wild Magic, видишь где он? Можешь не дамажить боссов, я буду кидать метку на созвездие, ты ее притягиваешь хваткой смерти, ты понял? Просто стой возле меня. Сейчас посмотрим, мне интересно, что поделать. Давайте чек на пул. Так, у нас 4 хила, да? Вот, анархотурист, ты понял, что надо заходить в черную дыру? Встать в нее, там влево-вправо подвигаться. Просто так, если ты один раз встанешь, тебя не закинет туда. Так, демон есть уже в рейде?
Да, я спекнулся. Кушайте рыбу. Мы сразу разбиваем порталы. Точечно, звездочку. Появляется Сэдли, тогда появляются три дыры. Ой, три созвездия, ты сразу закрываешь одно. Дудку, ёбаный в рот. Не ждёшь, короче. Так, все готовы? Давайте на позицию. Заходите за линию, сейчас будет пул. Хавкер, зайди за линию. Повороте, Манелтер, зайдите за линию. Повороте, зайди за линию. Сейчас. Давай быстрее, времени нету. Все, пуляй, БДК. Только смотри, Эксельдран, и ты отбегай от кары, если во мне будет. Давайте рост. Если в милизоне идет звездочка, стопаем АВЕ и отводим босса. Сейчас появится звезда. 3 секунды. Так, кружок, тяни кружок в меня. Эксель, тяни кружок в меня. Бейте кружок. Ну, отбежали от кружка. Отбежали от кары. От кары отбежали, хилика. Хорош. Бэра нету. Играйте в кружок. Отбежали от кары. Эксель, подойди ко мне и перетяни кружок. Хотя, ладно, не тяни уже. Бейте там. Убейте кружок. Сейчас будет взрыв. Так, иди, закрывай одну дыру. Смотрите местоположение черных дыр. Сейчас будет кара, потом суровый удар. Отбежали от кары и рядом с черными дырами встали. Дамажьте пока Алгалона. Потом будем бить кружок после того, как выйдем. Вот, суровый удар пошел. Забежали все в черную дыру. Забежали. У вас есть 3 секунды еще. Сэдли, Сэдли, хильте сейчас. Бля, я завис. Все зависли? Нет. Что там, Сэдли не умер? Команда типа. Не, я сейчас зайду. А все выжили? Да, тут... Бейте кружок. Бейте кружок. Бегите от кары. Звезды могут. Все пизда, короче, кружок. Сейчас взорвется звезда. Осторожно. Убегите от кары. Не, это плохая была идея с хваткой смерти. Здрасте. Сейчас суровый будет. Этом суровым танки тоже забегут? Ближе к порталам станьте. 3 секунды. Заберите с меня со звезды, я сейчас закрою черную дыру. Блять, кто закрыл, сука? Пиздец, все закрыли нахуй. Не может быть вечной. Бля, сейчас бы на уголо не вайпится нахуй, идите. Может, пизду? Жизнь не может быть вечной. Я делаю то, что должен. Ну а чё вы падаете? А чё вы падаете-то? Посмотрите. Да потому что там от кары, блядь. Бог не сказал первый раз кару, сразу 2 человека сдохло. Там от кары типа умирает, от сурового. Я не знаю, как можно быть такими даунами, чтобы от кары просто дохнуть.
Я сейчас такое, знаете, что видел, пацаны, вот реально, вот потом вырежу, может, там секунды за две. Летит вот это созвездие, ну, появляется моб, вот эта звезда, короче, и вот дыра стоит, короче, и оно прямо в нее залетает, и прямо еще пока в воздухе исчезает, тут же дыра закрывается. Вот, и потом суровый там секунд через 10. Наверное, в прошлый раз так же было, да? Вот еще сбежала, нахуяк закрылась. Вы сразу бегите к той дыре, вот вы смотрите, где созвездие рядом нету. Потому что там, где созвездие, там весьма вероятно, что танк ведет, чтобы закрыть или еще что-нибудь такое. Сейчас как Сэдли танчил, созвездие никто не танчил. Как Сэдли босса танчил. Олег, тебя не слышно, если что ты говоришь? Бля. Теперь слышно? Теперь да. Да. Блин, это что, нельзя что ли протопалу потанчить босса и одновременно созвездие, или это будет просто очень плохо? Ну а два БДК в это время что делают? Они не выживут. О, кстати, не, ну, в смысле, они могут танчить созвездие в это время? Да, ты прав. Но а суровый удар как пережить им? Они же зайдут в черные дыры. Так они закроют их до того, как будут суровые. Там смотри, короче, WhatsApp сейчас я закрывал. Да, вообще, в чем проблема БДК оставаться на суровый? Он переживает его лучше, чем протопал. Сейчас я просто хочу подумать, подожди. Нам, знаешь, что нам надо? Чтобы, когда идет суровый удар, оставалось три дыры и... Просто люди заходили, чтобы созвездие туда не заходили. То есть, чтобы созвездие кто-то держал на суровом и танк, и танка. Ой, и босса. Я правильно вообще мыслю или нет? Нет. Ну объясни, почему. Сколько вообще интервал между суровыми? Там вроде есть 2 минуты. 90 секунд. Тогда нету. Ну пусть по два танка суются на суровом. Один держит босса, один созвездие. Не, просто когда босс кастует суровый удар, он не бьет. Просто может остаться один Сэдли с этими созвездиями и все. Можно так. То есть, сначала танчит БДК, будет получать 4 стака, с него забирает Макгрегор. Танчит до сурового удара. Сэдли сидит на этих, ну, на созвездиях. Идет суровый удар, все забегаем, остается только Сэдли. Ну да, и все. На первом суровом. То есть проходит суровый удар, Сэдли получает спасабилу и таунтит на себя босса. В это время его захиливают, босса забирает опять БДК и опять танчит 4, ну 4 стака получает. 2 БДК. Второй БДК меняет первого, вот, опять ждем сурового удара, и Сэдли остается опять один, прожимает БЗ, и на него зубы кидают, вот. Так нельзя сделать? Чтобы на суровом ударе остался только Сэдли. Просто напулить созвездие на Сэдли тогда перед вторым суровым и все. Ну да. Я что-то как не умираю на этих суровых. Не сказать, что по мне что-то критически прилетает. Ты не насколько я заметил. Кавкер, но, ты тут? А второй раз я умер. О, просто. Дайте. Пеппер, ты тут? Лапа есть? Сэдли, главное просто закрыть одно созвездие в дыру, чтобы перед суровым было 3 дыры. А потом просто танчить эти созвездия в центре на суровом ударе. Неважно, главное, что не возле дыр. Все, так на каждом суровом ударе. Так, Пеппер, ты готов? Можно лапу по кресту? Да.
Но я давал лапу уже. Все, вот. Что, мы сожрали, что ли? Что ты говоришь? Да, я уже. Просто надо как-то, не знаю, понять, как лучше бить босса этого. Ну а сейчас появится через 5 секунд звездочка, я поставлю метку, ее будем сливать. Потом пойдет сразу кара. Давайте, от кружка отошли, бейте кружок, сейчас будет кара. Вот, кара, отбежали далеко от кары. Далеко от кары отбежали, поставил новую звездочку, бейте кружок. От кружка отошли. Так, сейчас поставлю новый кружок, от кружка отошли. Кружок бьем. Сейчас будет кара. Так, последний кружок остался. Отбежали от кары, отбежали от кружка. От кружка отбежали, кружок сливаем. Так, вот. 4 дыры черных есть. Созвездие есть. Все, созвездие не закрывай. Ждем сурового удара. Плюс соседние и все. Рядом с черными дырами стоим. Сейчас будет кара, отбежим. Отбежали от кары. После сурового удара будем бить кружок. Так, пошел суровый удар. Забегайте все в черные дыры. Забежали. Седли, оставайся. Если он умрет, будет плохо. Так, забежали, все живы. Отбежали от кружка, отбежали от кары и бейте кружок. Бейте кружок. Джаспан, пока захильте. Кружок убить. Почему никто мне не помогает? Я убил. Бейте дальше. Отбежали от кружка. Бля, чё вы дыры позакрывали? Бежали от кары. Ну вот, опять херня. Ну ты сейчас поставил кружок на одну звезду, а там вторая уже умирала. А почему босс на седле? Почему босс на седле, а не на БДК? Танки, с вами все в порядке? Бейте кружок, отбежали от кружка. БДК засосала материальность, и поэтому... Ну это его слаг, отбежали от кары. Давайте, следующий кружок бейте. Так, у нас 3 дыры сейчас будет. Суровый удар через 12 секунд. Сейчас еще одна хлопнет, осторожно. Я не вижу следующий. А, вот, сейчас Седли, сейчас будет 4 дыры. Отбежали от кары. Вот, 3 черных дыры, забегайте в них. Не, что-то не то. Давайте заново, падайте. Да ты гонишь, бля. А как мы в 2 танка раньше делали вообще? Может, у нас дамаги мало? Может, хилов много? Не, не в этом дело. Может, я херованную тактику придумал, а? У нас сейчас перед суровым разбили звезду. Я делаю то, что должен. Давай. Иначе. Ну смотри. До первого снова было все нормально. 4 звезды разбиваем. Никакого АУЕ по звездам. 4 дыры. Цели закрывает одну дыру. Остается с 3 созвездиями. И с боссом. Мы заходим все в дыры, переживаем суровый удар, выходим. Кто там? Войд, забираешь босса на себя у Седли. И все то же самое повторяется, как на первом суровом. Опять разбиваем звезды, 4 штуки. Седли опять закрывает одну дыру со звездием. И опять остается с боссом. И все. И опять по новой. Чего вы не забрали у него босса и чего от БДК? Но ему там нужно закрывать по КД, он не закрывал по КД. Там куча созвездий было. Так, подожди.
Это, то есть три созвездия распаунятся за один суровый, да? Нет, там даже чаще получается. Чаще они, да. Ему нужно закрывать по КД. Вообще по КД. Вот появились, он одну, вторую, третью закрыл. Там есть одна суровая, по-любому будут дыры, чтобы зайти в них. Угу. Ну, если не будет, то это проблема в том, что мы не разбиваем их. Угу. Ну это по официальной тактике так. Очень долго висят на хилах. Я не знаю, я бегал с ними, я там пытался одну закрыть, даже с меня забрал кто-то. Но просто на хилах висят, потому что их куча, этих созвездий. Он не может всех их танчить. Ну, протопало затанчить. Насколько, Сэдди, ты помнишь, сколько созвездий было? И сколько ты закрыл? Ну там и Войд, кажется, помогал. Кто-то из БДК. Да, блядь, да если не закрывать, там их будет штук 10, блядь. И он упадет. И кто-то упадет, блядь. Да не, не упадет. Не упадет. Сейчас я посмотрю, сколько созвездий. Но они, понимаешь, Олег, они на мне висят. Я стою тупо и хилю себя под ними. Я не могу хилить никого, не рейд никого, только себя хилю, чтобы выжить. При таком ДПСе Васап все правильно говорит. Либо мы по тактике делаем, либо спек эти 20 ДД и, блядь, убьем зерга. Два танка. Ну а по тактике что? Как ты понимаешь? По тактике появляются 4 звезды, они по проценту в секунду ХП своего теряют, даже если их не бить. 4 звезды оставляют 4 черные дыры, выходят 3 созвездия. Сразу их надо завести в черные дыры. Остается одна дыра, блять, к ней избегается рейд и заходит в эту дыру, блять. И пиздец. Итак, по КД. 4 звезды, 3 созвездия. 4 звезды, 3 созвездия. Так, а есть вот эта фишка, я слышал, определенное количество может зайти в одну дыру, или это не пиздёшь? Это просто на ком-то висит созвездие, допустим, вот как на мне на хиле. Я захожу в портал, и созвездие за мной идет в этот портал. Так. Хилл. По офу их заводят обязательно 100% эти созвездия. Так все, тогда будем, давайте так попробуем, по офу тактики. Могу на шаману зайти, похилить. Не знаю, что вы парились. Заходи, похиль. Могу на... А, было. О, там волшебный зайдет на Иршаму. Это Вуди Аллен? Да. Там типа... Ситуация? Васап типа понял, там 4 дыры и 3 созвездия, типа... 3 да, сразу завел, еще осталось. Один прикол. С нюанс, когда идет суровый удар на первом. Если все встанут возле этой черной дыры, там же появится кара, поэтому надо перед суровым ударом не возле черной дыры. Да, за 20 метров реально вполне добежать, да, за 20 метров. За 20 метров, да, после кары сразу забегаем в суровый удар. Ой, в суровый удар. В черную дыру, говорю. Попробуем так. Просто я что-то вот каждый раз слышал... Я не успел забежать в дыру, потому что она закрылась, потому что там было много людей. Как в комнате на лече ставишь меточку на себя, отходишь за 20 метров от черной дыры, созвездий нет, ничего нет, блядь. Отходит суровый, этот, кидается в Аскара, вы отходите к черной дыре, и все, и заходите в нее. Как в комнате на лече. Есть у кого-то дживс, то я поломан. Хочется систематизировать. Если я пойму тактику, буду спокойно вам релить от этого алгоголя, потому что мне релить без знаний неохота, что-то тут. Тогда, Сэдли, внимательно следи за созвездиями и не допускай того, чтобы они бегали там по хилам или залетали в дыры, как не надо там. Держи их на себе. И закрывай по КД. Только чтобы, короче, 3 звезды надо закрыть до сурового удара. Можно даже успеть разбить еще одну звезду до во время сурового удара, кстати. Давай по КД. Сейчас попробуем так. Чек на пул. Так, у нас нету волшебной. Раздай кулаки, кресты, Сэдли, каски. Подождите, я могу вот это.
И бафните шаману. Чисто баф. Ага. Ем по вечу. А вспомните, пожалуйста, еще раз волшебную. Я не долетел. Кто-то знает, там есть какой-то ГКД на заход в черную дыру? Нету. Нет. Нет. Ну, вы видосы смотрели там на офиг? Просто люди заходят в на черную дыру? Да все нормально, да. Заходится. Хорош. Надо зайти. Ты заходишь, и там в зоне этой черной дыры ты можешь так походить, побродить, чтобы, короче, я наверняка застал. А нет, такой зашел и стал. Надо двигаться. Я не знаю, у меня ни разу не было проблем с заходом. Я когда захожу, внутри дыры есть воронка такая. Я просто к ней подхожу, все, и меня сразу засасывает. Я не знаю, как вы не заходите. Волшебный, ты готов? Да, я бафер раздавал. Да, давайте так, только мы бьем точечно босса. Никаких да, да, сова, никаких там ауе бумага. Только я ставлю метку, вы сразу сливаете, сразу быстро сливаем звезду. Так, все готовы, давайте за линию. Запускай босса. И, пожалуйста, танки, которые танчат алголоны, если рядом звезда, вы отведите босса, или кара, отведите босса. Не будет по головам. Давайте рост. Сейчас появятся звезды, потом появится сразу кара. Кружок сливаем, от кружка отходим. Смотрим по под ноги. Кара, отбежали. Играйте в кружок. Давайте в кружок. Закрывай сразу дыру, если появится созвездие. Так, захильте рейд, захилили, играйте в кружок. От кружка отошли. Захилили рейд. Захилили рейд. Кара, отбежали. Убейте кружок. Закрывай созвездие. Блять. Встанешь? Нет. Поднимаю. Видите черная дыра возле звезды? Сюда будем уходить. Только рядом с ней не стойте. Рядом с ней не стойте. Отбежали кара. Отбежали кара. Будем кружок бить. Созвездие на себя забирай. Кружок убейте. Кружок слить, возле кружка не стоять. Так, суровый удар пошел. Забежали, все забежали в эти дыры. Быстрее забежали. Пробежались и отбежали. Отбежали, закрывай дыры, отбежали от кары. Играйте в кружок, отбежали от кружка. Отбежали от кружка. Залил тебе иннер. Кружок взрывается, захиливаем рейд, пока ничего не бить. Закрывай дыры. Закрывай дыры. Играйте в кружок. От кружка отведи босса. Так. Поставлю метку. Кара, отбежали. Кара, отбежали. Играйте в кружок. От кружка все отбежали. Кружок сейчас взорвется. Отбежали от кружка. Отбежали от кружка. Босс в кружке. Закрывай дыры. Играйте в кружок. Закрывай все дыры. Да, все нормально. Играйте в кружок быстрее. От кружка отбежали. Уводи босса с под мелизоны. Отбежали кара. Убивайте кружок. Макгрегор, прожмись. Вот, забирай босса. Анархист, поднимай Макгрегора. Играйте в кружок. Макгрегор, подожди, не вставай. А, нормально. Фулбер. Захильте рейд, не бейте кружки. Все, играйте в кружок. Забежали в дыру. Забежали в дыру. Пробежали. Так, все живы. Бля. Убили одну звезду неправильно. Так. Звезды реснулись. Играйте в кружок. Отбежали от кружка. Уводи босса с мини-зоны. Там кара и там звезда. Фаза, точно. Сейчас переведем уже. Не надо про фазу говорить. Надо по тактике тут пока делать все.
Джаспан, кош прожми. Понятно. Отбежали от кары. Отбежали от кары. Все, теперь по этой тактике будем всегда убивать. Зам, почему раньше ты меня не убивал? Ну, наверное, просто не вникал по про эту фишку. То есть, смотри, надо просто систематизировать, когда разбивать метки. Слишком быстро разбивали и килы не успевали захилить. Ну они ж на архатурист заходил в дыру уже. Охваченные пламенем дворцов, их жители гибли, не успев издать ни звука. Я был свидетелем того. Так, давайте на выбор, и РС или ИВК. РС. ВК. Да, я бы в ВК пошел, но давай через 20 минут я поем. Даня, ты офф или что ты будешь делать? Не, я тут, но я тоже кушаю. Ну, я уже кушаю. Что будем делать? Приятно. Ну, кто-то танчить точно будет, лол. Ну, я потанчу, нужно собрать главное. Хорошо, давайте плюсаните, у кого есть танк. Самогон, будешь танчить? Даже он денется. Он клоун, надо не давно. Может, попросить? Ладно, посмотрим. Давай на 23. Через 20 минут соберемся, попробуем РС собрать. Хотя это неудачная идея, потому что все отходят в АФК, и потом просто в ОФС. Могу сейчас начать собирать. Ну пусть свой начнет собирать, там уже решим. Самогон, заходи на танк. Не хочу. Ну тогда, блядь, не будет РС. Ну ладно, тогда отдохну. Ну давай, счастливо. Пусть моя судьба. Один танк есть, вас абсолютно всегда. 4 РС, когда танчит. Нам еще и протопал нужен. Да, протопал это не проблема, про товары могу зайти. Пояс на хила. Сколько ИП, Олег? 4000. Что, не начисляй, я на локу зайду. Надо кому-то тканевое. Вот, Самон, да не пойдешь танком? Хуй знает. Так, кто не на Алгалона пришел? Плюсики поставьте. Я, может, кем-то другим пойду. Сколько там? 4000. 4000. 4000. Так неужели кроме меня никакого БДК больше нет? Нет. Уже нет. У Козыри есть. Стим, ты в рейде, да? Да-да. Постой, Войд. Ой, Войд, Олег, волшебный, сними 4000. Я только на Алгалона пришел.
Я понял. Я же написал. Да, не увидел. Если только на Аглона, то 500. Хорошо. Спасибо. Предмет нужно надеть или взять в руки. Че, в РСК пойдем? Ну, сейчас я рада встрече. Крепко держись на ногах. Че? Заберу просто рейд, посмотрю, что есть. Что, по сути, вырос?